сегодня в центре реализуется более 50 учебных программ. Основные из них – это повышение квалификации должностных лиц, специалистов системы 112 и работников добровольной пожарной охраны. Мы будем расширять круг этой работы по обучению наших граждан. Мы активно еще работаем с детьми по пропаганде безопасности, особенно пожарной безопасности, безопасности на воде. Самое главное и самое ценное – это человеческая жизнь. Чем больше мы предупредим, профилактируем, если в результате этой работы будет спасена человеческая жизнь, это будет серьезное достижение. Заканчивается год волонтера, и нам очень приятно, что в этом году мы подготовили, обучили 25 студентов-спасателей. Это общественники, это наши волонтеры. И сегодня мы будем с удовольствием в вашем присутствии вручать удостоверение спасателей. То есть они уже полноценные члены нашей большой семьи спасателей. Учебно-методический центр не собирается опускать планку ниже первого места, ведь сегодня на него равняется весь Центральный федеральный округ.